Дальше рассматриваем, почему крушение происходит. В тоталитарном обществе есть массовое явление. Социальная зависть к потребляющим больше. Но это все по жизни знают, начиная от Эллочки-людоедки. Помните, как она там, значит, Остап Бендер пришел, у вас гораздо лучший мех, значит, шиншилла, она из дохлого кролика, значит, себе там какой-то воротник меховой. Остап Бендер ей подыгрывает. Она миллионерша Вандельберг, значит, она значит, в журнале «Мода» посмотрела, Вандербильт, значит, и вот она жене этого миллиардера завидовала и, так сказать, косила, говоря современным языком, модничала в одеждах. Зависть к потребляющим больше. И у нас тоже сейчас, а как же, вот многие, надо как у людей, вот как у людей. А что значит как у людей? Вот перемолот идет, как у людей, а потом на свалку получается. Значит, эта зависть, вот эта, к потребляющим больше, выливается в неразборчивость в средствах, при гонке потребления без ограничений. Мы начали это с чего? Что человек сам определяет, сколько ему надо. А вот эта социальная зависть заставляет его потреблять все больше и больше. И элита, и чернь бездумно следуют капризам моды. Ну, тоже понятно, еще можно вещь носить, ее выбрасывают, так сказать. То есть перемалывают ресурсы. То есть бессмысленно перемалывают природные ресурсы и человеческие ресурсы, и материальные, и духовные. Вы посмотрите, люди же что-то делают, да? И вот вещи выбрасывают, их еще, как говорится, им сносу нет, а они уже валяются там и так далее. Мало того, что это ресурсы планеты использованы, но это еще и труд людей на это был задействован. Особенно вот то, что касается железа, автомобилей. Вы представляете, свалки какие, так сказать. У элиты перечень ее потребностей всегда превосходит достигнутый уровень. Значит, ну вот этого не понял Мальтус. Тут о роли Мальтуса, значит, его теория лишних людей, мальтузианство и так далее. Отсюда геноцид. Хотя Мальтус мог бы заметить, что первобытные общинные системы, значит, а там нет толп элитарных, устойчиво существуют тысячелетия, так как они находятся в экономическом и экологическом равновесии с природой. Ну вот, многие слышали и задают мне, в частности, вопрос, когда встречаемся, говорят, а сколько должно быть, вот 6 миллиардов населения планеты Земля. Глобализаторы считают, что Земля может прокормить 2, максимум 3 миллиарда человек. А сколько Земля может выдержать? А это один Господь Бог знает. Значит, и претендовать, я знаю сколько, ну, по расчетам, если использовать те технологии, которые сейчас вот есть, и те принципы, что ли, использования ресурсов, то по расчетам, ну, где-то порядка 20 там, и более миллиардов, то есть нет проблем, если освоить все пространства. Ведь я скажу так, вот в Японии, на японских островах, живет столько же, сколько живет... в России и СНГ, представляете? Это вот какая территория, и в Японии вот какая. То есть по численности это как бы тут так вот сопоставить, то есть еще можно, и там много. Но вопрос в другом, а сколько вот, какой предел? И вот здесь то, что написано, здесь тезис какой? Вот возьмем остров, на нем живет племя Тумбу-Юмбу. Остров ограничен, там пальмы с территории и так далее. И вот на этом острове перенаселения нет. Так ведь? Он устойчиво, значит, на протяжении сотен лет там все время популяция поддерживается этого племени нормально. Почему? А потому что люди живут в ладу с природой. Но это не значит, что нам надо надеть набедренные повязки, в руку по банану и, значит, жить так, как живет племя Тумбу-Юмбу. Речь идет о том, как только мы на планете Земля свою жизнь построим в ладу с экологией, в соответствии с указаниями Творца, популяция придет в то численное состояние, которое предусмотрено свыше. А сейчас, поскольку мы живем, как я вот так хочу и живу каждый суслик-агроном, то мы имеем вот такой разброд. В Китае, там еще где-то, где наоборот гибнут, где еще что-то. А поскольку управление ведется по
античеловеческой концепции, то тут и мальтузианцы появляются, еще чего-то, и антиглобалисты, и прочие. То есть все эти процессы глобальные мафии пытаются строить по своим правилам. Вот и все. Оценка потребления в тоталитарном обществе – это внутривидовая конкуренция по уничтожению слабых. Поэтому в ней выживают наиболее сильные и безжалостные человекоподобные хищники и паразиты. И давайте вот сравним это с популяцией человека. Кто сейчас выживает, вообще говоря? Вот, так сказать, в обществе. А вот такие безжалостные человекоподобные хищники, люди-звери, недолюдки, которые руководствуются хищническими, то есть животный тип психики, биороботы. Или, второй момент, люди, поднявшиеся в одиночку или сообща из толпы до человечности. И эти люди не подчиняют свою деятельность вот тоталитарной модели. К таким людям мы относим тех, кто руководствуется концепцией общественной безопасности и на практике реализует это в своей практической жизни. И таким людям там, вот как у людей, там вот это все смешно просто. Значит, понимая вот все эти вещи. Рабство, крепостное право, социальный строй тоталитарного общества сдерживался до поры до времени. Капитализм снял запрет, ну я уже об этом вот вам рассказал, ограничения. И тоталитарное общество освободилось от сдерживающих факторов сословного строя. И глобализаторы вот целые столетия пытаются загнать это. И во вводной лекции, если помните, почему мы говорили о том, что Соединенные Штаты обречены на крах. А потому что в Штатах живет 5% населения планеты, и эти 5% потребляют 50% ресурсов, добываемых всем человечеством. Представляете? 5%, а потребляют 50%. Мы глобализаторы, и мы знаем, что мы же создали, что все равняются на Америку, на Штаты. Если остальные 95% будут жить по американскому образу жизни, то человечество обгложет землю в считанные годы. Нам надо что-то делать. Поэтому что? Мы развенчиваем культ Соединенных Штатов. Мы делаем из них империю зла. Как? Втягивая их в войну. Бомбили Белград, славянский мир. Сейчас вошли в Багдад, исламский мир. Доллар опустим. Штаты рухнут, и все скажут, так, этим козлам и надо, американцам. То есть вот план этого, это глобальная политика, надо понимать. И самое главное, причинно-следственные связи. Чем это вызвано-то? Не от того, что вот, а вот глобальный кризис. Но тоталитарное общество, в отличие от животных, оно ненасытно в принципе. Поэтому оно антиприродно в теперешних терминах марксизма. И осатанело в терминах религии, то есть идеализма. И это приводит к тому, что научно-технический прогресс, так называемый, это орудие самоубийства. Такая технократическая цивилизация ненасытна в принципе и является интеллектуально вооруженным паразитом, самоубийцей по отношению к биосфере. И это все сейчас выражается, вы видите, губим природу, леса, все, значит, за деньгами, в погоне, значит, конкуренция и так далее, выживают сильнейшие паразиты, хищники и так далее. И это обязательно вызовет к действию общеприродных факторов поддержания устойчивости мироздания. То есть иерархически высшее объемлющее управление это есть? Есть. И если действие людей на Земле не совпадает с замыслами Творца, то люди начинают действовать вопреки, а против Бога не попрешь. И это приведет в худшем случае к глобальной экологической катастрофе, в которой погибнет вся биосфера. В лучшем случае произойдет катастрофа культуры без уничтожения биосферы. И тогда начнем с обезьяньего нуля возвращаться. Вот у Джека Лондона есть такой рассказ «Алая чума». Там, значит, два мальчика, ну, в общем, произошла катастрофа, люди выжили, значит, опустились вот до
обезьяньего нуля, как говорится, остались рельсы там, значит, библиотеки, здания старые, а люди потеряли свои знания. Значит, и там описывается, как два мальчика вот в этой новой культуре рассказывают, рассуждая о своем деде, который у них дед там, значит, старый уже, который еще помнит тот мир, который был до катастрофы, он выжил там, единицы выжили. И он говорит, странный у нас какой-то дед. Вот он называет это алые там и так далее. То есть у них не было развлечения красные. Они, то есть, воспринимали просто все. Вот это черное, белое, красное, он говорит, какие-то алые там, чепуха все это. Значит, то есть потешались над ним. Значит, вот это вот алая чума, которая... Почитайте, если удастся найти этот рассказ Джека Лондона кому-то. Локальные катастрофы тоталитарного общества и культуры были неоднократно. Это гибель цивилизации Вавилона, Египта, Рима и так далее. Ну, у Блока есть вот строки такие. «И дикой сказкой был для них провал и Лиссабона, и Мессины». То есть, когда наступали вот эти катаклизмы, то есть люди не понимали, что они являются причиной этого. Локальные катастрофы, да, но на сей раз вот эта катастрофа будет глобальной, со страшными последствиями. Почему? А потому что накоплены арсеналы оружия массового поражения, химического, бактериологического, ядерного оружия. Почему глобальная мафия пытается сейчас... И этим как раз обусловлено сокращение потенциала ядерных сил как и в России, так и в Штатах, вообще говоря. То есть идет. Почему? Потому что если все это реализовать, вот мы с вами мафиози глобальные. Ежели война начнется и нас не будет, они же не такие глупцы, поэтому надо что-то делать. И они потихоньку опускают вот это дело, чтобы вернуть допущенную ими ошибки, а ну, они ликвидируют, так сказать, вот, в том числе. Поэтому... Рухнет общественное объединение труда, рухнет воспроизводство, значит, профессионализма. И у нас она уже сейчас вообще-то рушится. Вот у нас высоких технологий-то нет. Уже тех классных токарей, слесарей, которые были на заводах, их же уже нет. Значит, квалификация теряется. А представляете, я вот просто по космической отрасли знаю. Все это уходит в небытие. Не будет привычного комфорта потребления и защиты от природы. То есть... Религии говорят еще об одной возможности. Это вот судный день. Злочестивые налево, зловредные там, значит, вернее, праведные, и кто может исцелиться направо, ангелы с огненными мечами наводят порядок, значит, и тогда наступает прямое богодержавие. Вот и такое может быть. Поэтому вывод из всего, что мы сказали. Человек, есть у тебя разум? Есть. Почему ты не пользуешься тем, что тебе дано? Ведь для того, чтобы понимать происходящее, тебе свыше дано все. То есть лозунг такой, он у нас вот, толпарь, стань человеком, тебе все для этого дано свыше. И современное положение тоталитарного общества, сейчас вот то, что в наше время мы живем, когда этот крах наступает, толпа, чернь, основная масса населения, не может жить по-человечески. Почему? У ней нет теоретических знаний и практических навыков, потому что нет свободного времени, так как все время занято работой и отдыхом у телевизора или бутылки. Да? То есть читать-то люди не хотят. Для восстановления, в кавычках, сил для нового трудового дня. То есть, смотрите, у толпы внизу нет теоретических знаний. Почему? Потому что нет свободного времени. А почему нет свободного времени? А потому что надо кино интересное по телевизору, да? Дискотека, бутылка, пиво правильное. Вот. То есть она невольница сферы производства. А толпа элита также не живет по-человечески. Почему? Семьи элиты заняты псевдодеятельностью, гонкой потребления без меры и развлечениями в страдострастии. Значит, все эти ночные бары, клубы там и прочее. Значит, что псевдодеятельность? Это благотворительность. Вот вы по телевидению видите эти дамы, жены, как правило, больших начальников, в том числе у нас берут пример, приходят в больницы, там в детские дома, и тех, кого они ограбили, детишки вот этих
родителей, которые остались там без работы, еще чего-то, они им карамельки дают, вот, благодетели. Лучшая благотворительность, это вообще унижение. Вот вы встаньте на место того ребенка, который берет вот эти подачки, значит, у этих благотворителей. Вот что у него в душе? Я всегда вспоминаю генералы песчаных карьеров. О, если дали бы мне возможность, там слова такие есть, вы бы за все ответили, за то, что вы сделали со мной. Вот смысл там этой песни. Так у этих детишек, они воспитывают ненависть, они думают, значит, это пока маленькие, там, карамельку сладенькую пососать. Значит, а постарше эти подростки, они понимают, и из них готовят как раз вот этих скинхедов и всех, значит, ненавистников, руками которых будет эта же элита уничтожаться. Лучшая благотворительность – это когда не надо делать никакой благотворительности. Надо сделать так, чтобы каждый человек в обществе жил достойно, в достатке. Ну, есть, конечно, отдельные случаи, когда надо помочь, но чтобы судьба человека не зависела от того, даст ему кто-то подачку или не даст. Таким образом, элита – невольница сферы потребления. То есть, с одной стороны, чернь – невольница сферы производства, а элита – невольница сферы потребления. И получается, что тоталитарное общество – это невольничий строй. Вот еще раз, так сказать, возвращаемся к схеме. Рабовладельцы, надсмотрщики, рабы. С точки зрения религии мы рассмотрели здесь иудаизм, здесь иудохристианство. Вот двуединый идеологический комплекс, который, из плена которого очень тяжело выбраться без понимания того, что мы говорим. И сейчас человечество нуждается в переходе от технократической цивилизации к иному типу цивилизации, потому что вот это вот самоликвидирующаяся система. И в этой ситуации очень важный момент какой? Вот мыслящие атеисты, а ведь мы все родом-то оттуда, значит, из того общества, которое у нас строилось после революции 1917 года, ну, абсолютное большинство атеисты, значит, и вот мыслящие атеисты, они понимают, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Это вот инженеры, технические работники, так сказать, ну, все вот люди, которые связаны с производством и так далее. Они думают, ищут и находят истину. И самое главное, они доходят до понимания надмирной реальности, то, что люди давно назвали Богом. То есть вот здесь нормально этот процесс идет. Вот гораздо тяжелее с верующими ритуально, то есть вот которые склонны к ритуалу, то есть в церковь, свечку поставить и так далее. Почему? Потому что эти люди, они забыли, так сказать, русскую пословицу «на Бога надейся, а сам не плашай», и ждут у моря погоды. То есть они как бы иждивенцы, то есть думать не хотят, вот там все, Бог вот за нас все решает и так далее. Вот какая проблема существует в нашем современном обществе. Вот эту тоталитарную модель можно представить применительно к Западу, и вообще можно разные модификации. Вы подумайте сами самостоятельно. Это тоталитарная модель, вот вам данные здесь на то, что нарисовано на однодолларовой купюре. Ее можно детализовать и для сферы культуры, для сферы образования, там, для силовых структур, по-разному. Ну вот одна из модификаций, как можно понимать, это вот цивилизации Запада. Вот есть высшее знахарство, это оккультная идеологическая верхушка финансовой олигархии. Концептуальная власть вот здесь. Дальше есть ростовщические кланы, это диктаторские управляющие хозяйством цивилизации. Значит, они политически оформляют свою безраздельную власть через политику там и так далее. То есть олигархи. Дальше есть вот эти голубые. Значит, это так называемая творческая интеллигенция, элита, звезды искусств, спорта, их специально надувают. То есть они создают демократический фасад, что ли, вот привлекательность. Специально формируют здесь авторитетов для молодежи, для подражания. Их прикармливают специально. Значит, кстати, у нас сейчас это тоже вот практикуется. Молодежь берет пример с чего? С фанаты, так называемые, со своих идолов,
Поэтому таких идолов, авторитетов формируют. За счет этих идолов на них чего оденут, то остальные будут одевать. Чего едят идолы, то и остальные будут есть, понимаете? То есть это, вообще говоря, марионетки, все эти идолы, их формируют звезды спорта, кино, их прикармливают специально. То есть это тоже своего рода тоталитарная система. Они, как правило, ничего не понимают, ни в жизни, значит, ими только прикрываются. Дальше идет научно-техническая интеллигенция, это высококвалифицированные специалисты, прикладники разных отраслей, это так называемый средний класс. И внизу рабочее быдло, занятое вследствие производства, ну и не обязательно материального, и услуг всяческого-то. Вот вам, значит, если подумать вот над этой стратификацией, ну, например, применительно к нам. Смотрите, я, может быть, парадоксальные примеры приведу, ну, из прошлой, да и сейчас, недавних событий. Вот хорошая была певица, да, Зыкина. Вот она же агитировала за Черномырдина. Помните, наш дом «Газпром», этот, крышу там, которую показывал ручками, миллиардер который. Значит, вот ее народ-то любит, и она говорит, голосуйте за Черномырдина. Значит, чего это Зыкина понимает в управлении? Вот еще Аристотель говорил, что лучшего сапожника может выбрать только сами сапожники. Лучшего плотника те, которые в плотницком деле понимают. Чего могут посоветовать те, которые не понимают в управлении? Так вот, из них специально формируют, а народ скажет, Зыкина сказала. Поэтому все эти Газмановы, я помню, это Газманов по фамилии Гозман, знаешь, он поддерживал кого? Шапошникова, этого улыбчивого министра обороны. А что под руководством Шапошникова? Произошло разрушение нашей армии, государства, в конце концов. И вот эти вот бездумные звезды спорта, кино, так сказать, значит, молодежь в основном на них ориентируется, вот так оболванивают через этих, значит, мягко говоря, не шибко умных людей. Вот, а их формируют специально. Научно-техническая интеллигенция, им что внушают? Делом надо заниматься. И когда с ними общаешься, они, да я чего там, пошли вы с вашей политикой, я вот конкретно, значит, ракеты делал. Ну и где теперь эти ракеты? Вот я обращаюсь через эту кинокамеру ко всем, кто будет смотреть научно-техническим работникам. Где наши изобретения? Почему мы не можем ничего реализовать? Я вот был замначальник космодрома Байконур. Ну и где наш Буран? Кабак из него сделали. Потому что конкуренция называется. Надо разбираться вот в этом. А делают что? Вот это как прокладка все равно. Изоляционная прокладка, чтобы средний класс не понял, как работают финансы. Почему мы потом вот в лекциях рассмотрим, что связано все с экономикой. Вот это как изоляционная прокладка, то есть не дает вырваться. Но у нас многие уже прорвались. Вот в частности концепция общественной безопасности, она разработана чем? А вот как раз вот этими людьми, из, значит, офицеры военно-морского флота, других там видов вооруженных сил, которые занимались высокотехнологичными отраслями. И применив эти знания управления вот ко всем вопросам, в том числе и в гуманитарной сфере, прорвали вот эту прокладку и вышли, вот как это все делается. Вот такой слоеный пирог. Ну, порисуйте, можно другие, просто всего-то не расскажешь. Поэтому сейчас вот человечество на планете Земля, если дать некий образ, это вот экипаж подводной лодки. Вот смотрите, были вот такие пирамидки, помните, мы с вами смотрели. Потом национальные жречества были уничтожены, остались безголовые мавзолеи. Вот это мафия глобальная. И если проводить параллель с подводной лодкой, то вот отсеки были, вот это Япония, вот там, так сказать, Корея, вот Испания. И в ходе истории эти отсеки соединяли, видите? И сложилось сейчас, нравится это кому-то, не нравится. Планета наша и человечество все, это вот как подводная лодка. Все отсеки уже свинчены между собой, видите? Значит, эти отсеки пронизаны трубопроводами газа, нефти, кабелями связи, интернета, туризма, значит, торговли. Все, лодка собрана.
И управление осуществляется вот из рубки странами и народами на планете Земля. Вот держите этот образ подводной лодки. И Россия в этой подводной лодке всего лишь один из отсеков, большой отсек, прямо скажем, огромный отсек, но всего лишь отсек подводной лодки под названием «Человечество, планета Земля». Он нам очень хорошо поможет при рассмотрении следующего вопроса. Значит, надо что понять? Вот структура толполитарного общества не обусловлена генетически. То есть генетикой нет, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Нет. Вот эту структуру толполитарного общества люди сделали по своей человеческой от себя тени. Генетикой это не обусловлено. И вот сейчас закон времени, новое информационное состояние, в котором мы живем, мы его сейчас рассмотрим, этот закон, он рушит это толполитарное общество. Смотрите, мы с вами говорили чего? Устойчивость отношений людей вот в этой толполитарной пирамиде, она обосновывается, зиждется на устойчивости пирамиды знаний. Если вот эта пирамида знаний, то есть каждый сверчок знает свой шесток. Если пирамида знаний будет рушиться, то есть знания будут протекать вниз, то будет рушиться и сама вот эта пирамида. Значит, и вот новое информационное состояние, в котором мы живем, оно как раз это делает. В чем смысл этого нового информационного состояния? Это в концепции общественной безопасности называется закон времени. Значит, физический смысл его заключается вот в чем. Если раньше, ну вот в 18-м, 19 веке, в 17-м, в 16-м, человек жил, проживал жизнь, и на протяжении его жизни ничего не менялось. То есть родился Ванюшка вот здесь в Тюмени, там в 19 веке или в 18-м, смотрит он в окно, телега скрипит, прожил жизнь, смотрит последний раз на белый свет в окно своей избы, а та же телега скрипит. То есть ничего не менялось. А теперь мы живем в таком информационном состоянии, когда на протяжении жизни одного человека происходят неоднократные изменения информационного состояния. Ну, если на своем примере, во вводной лекции, я повторюсь, вот можно взять любую отрасль, каждый применительно на себе. Ну, вот я, поскольку занимался вычислительной техникой, там, прикладной математикой, программированием, вот я за свою жизнь... Первый учил русиш компьютер, то есть на счетах 40-40, рубь 40, булочка 63-60, папирос не брали, с вас 5-40, понятно. Значит, потом арифмометр, трык-трык-трык, циферки выскочили. Потом курсантам в училище меня учили ламповый ЭВМ. Представляете, махина, молодежь, вот вы, наверное, таких еще и не видели, железяк, то есть здоровых. Вот, потом переучивали на транзисторы, потом переучивали на чипы, потом переучивали на микрочипы и так далее. Значит, то есть все время приходилось обновлять свои знания. Значит, по программированию я сначала программировал в единичках и ноликах, потом первый язык, который я изучил, это автокод инженера, АКИ-2 такой был. Потом меня переучивали на курсах на Алгол, потом на Фортран, потом на Polish Language там и так далее. То есть вот вам ситуация. Итак, смотрите, вот эти две пирамидки. Значит, одна пирамидка, другая пирамидка. В том информационном состоянии, значит, мы с вами рабовладельцы, представим мысленно, рабовладельцы. Нам надо хорошо жить. Чтобы рабы хорошо жили, нам надо рабам научить их что-то делать. Поэтому мы одного раба научили пилить, другого раба научили строгать, третьего раба научили гвозди забивать, и рабы делают гробы, мы их продаем этим же рабам, и живем хорошо. То есть в том информационном состоянии, дав порцию знаний, один раз за жизнь, мы живем хорошо. А теперь в новом информационном состоянии нам, рабам, время от времени надо давать новые знания. То есть научил его, значит, а через 2 года, значит, надо новое. Научил его работать на токарном станке, через 2 года станок с числовым программным управлением, потом программное обеспечение надо новое давать и так далее. То есть получается, что в этой пирамидке
Люди, как червячки, проникают туда, то, что раньше знало жречество. То есть получается, что если наоборот, знания, как стаканчик мороженого, тают. А раз тает стаканчик мороженого, значит тает и рушится пирамида знаний. Все. То есть нам теперь, вот мы рабовладельцы, нам, чтобы лучше жить, рабам надо давать новые знания все время. Но, давая рабам новые знания, они перестают быть рабами. Значит, нам не надо давать новые знания. Но если мы не будем давать новые знания, мы не будем хорошо жить, значит, надо рабам давать новые знания. Ну и, как в этой песне, значит, у попа была собака. То есть эта пирамида объективно рушится. Поэтому вот на этой схеме изображено вот что. Смотрите, вот это частота. Частота обновления информации на генетическом уровне. То есть вот мужчина, женщина, ребеночек. Раз, новое поколение. Теперь это поколение подросло, родило своих детей, новое поколение появилось. Вот процесс обновления поколений, вот так, условно обозначим, хоп, синусоиды. Хоп, другое поколение, третье поколение. И вот так в ходе глобального исторического процесса период смены поколений составлял где-то 25 лет. Почему? Потому что женщина первого ребенка рожает где-то в 20-25 лет в среднем. Конечно, есть случаи, когда там девочки в 12-14 лет рожают. Одна женщина на Корсике в возрасте 61 года родила первого ребенка. Но в целом, по закону нормального распределения, это вот где-то 20-25 лет. Это совпадает с другим параметром. Каким? Значит, 25 лет где-то человек учится, 25 лет он активно работает, вмешивается в жизнь, и потом медленно угасает, так сказать, хотя это неправильно, это предмет отдельного разговора. То есть на активную жизнь выпадает поколение, вот 25 лет. А вот обновление технологий была частота переменная. То есть в древности, если взять вот средства связи, например, раньше была там, ну, это, бегали сапоги-скороходы и так далее, потом вот голуби, потом карета почтовая, потом появились тут вот телефоны, потом компьютеры, и сейчас спутниковая связь, вот там обновление. То есть смотрите, что происходило. Если вы возьмете любую отрасль, транспорт, там связь, вычислительную технику, раньше технологии обновлялись медленно, ну, например, в средние века врач научил кровь его выпускать, так сказать, кровопускание. И эта методика применялась там десятками лет. А теперешний врач, методики лечения новые, значит, таблетки новые, лекарства новые, он должен все время обновлять свои знания. И сейчас получалось чего? Если раньше частота вот эта была больше вот этой, то вот здесь эти частоты совпали. Это был вообще страшный период. Это вот где-то 14-й, 41-й, 45-й годы, как раз времена правления Сталина. Это когда в апокалипсисе об этом времени будет говориться. И будет время, когда времени не будет. То есть вот представьте, что значит время? Я же определяю время как? Одну частоту меряю другой. И если вот я, значит, смотрю на какой-то процесс, я колеблюсь с такой частотой, а другой процесс вот с такой частотой, я ее вижу. А если я колеблюсь вот с этой частотой, и другой процесс с такой же частотой, то для меня времени нет. Так вот и здесь. Значит, то есть апокалипсис человечество уже пережило. И сейчас мы живем, когда социальная частота стало больше биологической, то есть на протяжении жизни одного поколения, смотрите, происходит неоднократное обновление информационного состояния. А теперь вспоминайте предыдущую лекцию. Это, оказывается, давлеющий фактор по отношению к жизни людей. И если люди не сумеют подстроиться под изменения, то они гибнут. И мы видим бомжи, самоубийство, безысходность, уход в запой, неприятие, еще чего-то. То есть неумение подстроиться под новое информационное состояние приводит к самоликвидации особей. Вот вам
суть этого нового информационного состояния. Значит, вот этой причиной объясняется и то, что в России законы не работают. То есть, смотрите, раньше изобрели закон, вот у Федора Ивановича Тютчева, помните, я вам строки читал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот, то есть здесь сказал «а», а как твое слово отзовется, ты и не узнаешь. А здесь сказал «а», и твое слово тебе быстренько отзовется. Как отозвалось оно Горбачеву, когда ему врезали здесь в Сибири, в Омске русский мужик по шее, как отзовется в аэропорту, так же, как отзовется оно и на Ельцине. И еще подождите, то ли еще будет. И всем этим, которые сейчас якобы крутые, им это отзовется. Потому что они не понимают нового информационного состояния. И в новом информационном состоянии управлять бессмысленно, если раньше вот командно-административным образом можно было копай, закапывай там и так далее, то когда ситуация меняется быстро, руководитель из Кремля не знает, что там делается на Камчатке. Поэтому директивно-адресный способ управления он себя изжил. Именно поэтому необходимо перейти на управление, на самоуправление, когда люди на местах сами должны принимать решения. Но для того, чтобы принимать решения, они должны понимать правильно происходящее. А для этого им надо дать знания соответствующие. То есть это вообще, вот говоря, закон времени, это очень сильная штука, из которой следуют очень многие серьезные выводы. Этим объясняется, кстати, почему и законы не работают. Потому что вы закон в Думе изобрели вот для этого среза, а через год ситуация изменилась, и ваш закон, он уже псу под хвост. Он не нужен, он не работает. Они опять его изобретают, они пока его изобрели, уже опять ситуация изменилась. С этой точки зрения, почему вот на подводной лодке-то кризис мы говорим, если вспоминаете картинку с подводной лодкой, то там что происходит? Вот два отсека, Индия и Пакистан. И в Индии, и в Пакистане червячки, то есть люди, проникли туда и овладели знаниями о создании ядерного оружия. И создали ядерную бомбу. И говорят, мы будем воевать между отсеками. Одни за ислам Пакистан, а другие за индуизм. Это то, что заложил глобальный предиктор, разделяя Индию там на провинции, создав Пакистан, Британская империя. Эта мафия посылает туда Тони Блэйра, и Тони Блэйр начинает говорить, вы что, ребята, если вы начнете между собой воевать, вы же всю лодку ухайдукаете. Они говорят, война до победного конца, потому что не понимают глобальной политики на этой, значит, и вообще, что вот этого, они не понимают. Вот вам пример, кто уладил этот индо-пакистанский инцидент. Мало кто знает, Путин, он, так сказать, объяснил им там, к чему это приведет. А Ким Чен Ир, это тоже один из отсеков подводной лодки, вот этот маленький. Ким Чен Ир в своей Северной Корее создал тоже ядерное оружие, ракету сделал и говорит штатам. Говорит, штатам? И говорит, так, штаты, понимаешь, у меня корейцам жрать нечего, понимаешь, а у вас там всего полно, давай вези рис. Не повезете, я по вас ракету пущу. Вот вообще говоря. Суть конфликта. Штаты боятся, что делать? Пусть он уничтожает ядерное оружие у себя, заставляют его. А он говорит, а я не буду уничтожать. То есть вот это глобальная политика. Более того, это коснулось каждого из тех, кто вот смотрит. Как? А в школах учителя говорят, мы учили древний мир, учили средние века, учили новейшую историю. Теперь нам надо учить период ельцинизма. А у нас времени нет, надо 12 лет учить. Фактов все больше у нас, поэтому давайте увеличивайте время образования. Ну и то же самое по остальным предметам. Вот о чем речь идет, когда переход на 12-летнее образование. Но этот парадокс, почему мы говорим, это глупость, приводит к чему? То же самое говорят и в высшей школе, но приводит к чему, например, в высшей школе. 5 лет учили там, получая высшего образования, компьютеру на чипах. Он выучился, этот инженер по производству компьютеров, вышел, а уже чипы не нужны, микрочипы или биочипы. И он говорит, и что меня 5 лет учили? Для чего это все псу под хвост? То есть вот новое информационное состояние, о котором я вот сейчас вам рассказал, оно ставит задачу какую в системе образования? –
Надо людям давать не фактологические знания. Фактов много, всего не узнаешь. А надо давать метод, когда человек соприкоснется с чем-либо, чтобы он сам научился разбираться в происходящем. Но это требует и изменения отношения к учебе. У нас же ведь сейчас как? Кончил школу, слава Богу, кончил вуз, пропади оно пропадом. А теперь новое информационное состояние таково, что человек всю жизнь должен учиться. А это требует совершенно другого отношения к жизнестрою, и к отношению к знаниям, вообще по жизни-то, по-другому. А готово общество, кто это воспитывает? Никто не воспитывает. А время-то именно такое, и идет эта деградация. Но если дать теперь вот эту вот людям методологию, то есть если сравнивать, почему? Вот эти владели методом, а сейчас и они не владеют, а все владеют только вот фактологическими знаниями. А надо овладевать методологией, о чем и говорит концепция «мертвая вода». А что такое методология? Это правильное понимание об окружающем мире, триединство материи, информации и меры. И как осуществляются все процессы, начиная от мироздания и кончая социальными системами. То, что вот мы будем рассматривать, достаточно общей теории управления. Короче, вот то, что мы рассматриваем на этих лекциях, можно уже методически, грамотно, спокойно, по урокам, там, детишкам в школе начинать давать. И уже наши активисты, они это уже и делают, вообще говоря, не дожидаясь указаний министерств и ведомств. Потому что берут на себя ответственность и рассказывают. И студенты это, кстати, здорово схватывают. Вот такое дело. Поэтому что происходит, что делать? Вот, кстати, эта картинка, когда-то в свое время, я ее Коржакову туда в службу безопасности давали. Вот тополитарная пирамида, вот знания все эти, вот, значит, в Кремле-то что? Это они думают, что они вверх, а на самом деле была глобальная мафия. А наши голубые в Кремле, вот они, так сказать, элита и толпа. Значит, по закону времени все это рушится. Вы видите, вот в соответствии с законом времени знания растекаются, и элита окунается все глубже, смешивается, толпа превращается в народ. И русский народ уже не обманешь, то есть они столько всего натерпелись. А что делает элита, которая ничего не понимает? Это с точки зрения даже налогов. Это вот объяснялось с точки зрения, почему Лившес, когда, помните, он говорил, значит, надо делиться надо, не могут они собрать. Но тут и на другие процессы можно рассказать. Вот Ельцин сказал, берите суверенитета столько, сколько сможете. Был Кремль и были вот региональные элиты, видите? И региональные элиты что? Растащили все по частям. Шаймиев, Татарстан, там, этот Приморье и так далее. И стали доить толпу каждой своей элиты. И Кремль зашатался. И Лившес тогда говорил, делиться надо, мало налогов собираем, потому что элита замкнула все в регионах. Соотношение региональной политики и вот федеральной политики до сих пор есть. И таким образом что получается? Народ, его... Значит, жизнь заставляет детей кормить и так далее. Он идет по временной шкале вправо, потому что обстоятельства заставляют. А элита пытается, ну, все жить прежними идеалами. Ну и поэтому что? А Кремль наверху, он одной стороны, он понимает, без народа он ничего не стоит. А другой стороны, он же из элиты сам, поэтому он другой ногой опирается на элиту. Но... Элита стоит на месте, а народ идет вперед. И вот Кремль в раскорячку. Чего делать, что делать? Вот на кол он скоро и сядет. Поэтому Ельцин сел на кол. Смотрите, реформы никакие не идут. Почему? Потому что вперед надо вместе с народом понимать, вот переходить в новое информационное состояние и строить жизнь в соответствии с этим новым информационным состоянием. Поэтому... Говоря в общем, вот на этой картинке видно, что библейская цивилизация в глобальном историческом процессе, она себя исчерпала. То есть, что здесь? Вот здесь нарисован глобальный исторический процесс. Вот, значит, были когда-то прошедшие цивилизации. Значит, они какие были там, можно предположить. Мы живем вот в нынешней цивилизации, значит, библейская, толпоэлитарная, все. И значит, сейчас мы переживаем
человечество переживает переход, когда эта толполитарная себя вот изжила, и требуется переход на новую концепцию антитолполитарного, о котором пойдет речь уже в конце нашего цикла лекций, то есть каким она должна быть с учетом и экономики, там, и теории управления. Вот вам, так сказать, в самом общем виде картинка. То есть, вообще говоря, несмотря на вот всю мерзость ситуации, мы с вами живем в удивительное время. Никогда еще человечество не оказывалось вот в таком новом информационном состоянии, которое выдвигает перед человечеством в целом, ну, новые перспективы, новые мироотношения надо строить. И Россия в этом смысле, она, ну, как в той песне, впереди планеты всей. То есть все это еще не понимают. А у нас уже мы пережили и идеалистический атеизм в 1917 году, и народ громил церкви, и материалистический атеизм в 1991 году, когда народ тоже не поддержал эту, значит, 20 миллионов идеологических бойцов, и никто палец о палец не пошевелил, чтобы эту верхушку КПСС там спасать, как там многие хотели и до сих пор мечтают. Назад история обратного хода не имеет, только вперед. И наш народ России, как ни один народ планеты, готов к восприятию вот этих знаний. Значит, просто надо эти знания донести, и я вот, так сказать, так получилось, что вот мне доверено по стране ездить, значит, общаться. Я вижу, вот простые люди, они это все с лету понимают. Другое дело, что, может быть, они там тонкости всех этих не знают, а многие даже говорят, да мне это и без вас было понятно, то есть я это, может быть, в обобщенном виде, так встроенном, не понимал, а так все понятно было. Вот. Исходя из этого, можно сказать о роли партий. Вот что делают партии? Ведь партии, они сторонники толполитарной системы. Значит, но только одни партии отстаивают толполитарную систему в интернациональной упаковке, а другие в национальной упаковке. И есть две крайности. Вот интернацисты, это, значит, там, как это, Новодворская там и так далее, масонские всякие ложи, значит, это, а справа, наоборот, Макашов, Баркашов там и так далее, значит, а все они хлопочут о чем? Вот те, которые сидят в Кремле наверху, они плохие. Если наша партия придет и сядет наверх этой пирамиды, мы будем хорошие. И все эти партии, КПРФ, там, аграрии, яблоки все, все эти ПЖ, ППЖ и прочие жизни, значит, социал-демократы, значит, Единая Россия, все это партии, они толполитарные партии. Они народу говорят так, мы будем ходатаями, вы приходите к нам, а мы будем определять, что справедливо, что несправедливо. То есть сохранять вот эту толполитарную систему. Но сами они не понимают, что они вписаны в глобальную политику, и они находятся под этой концепцией управления толполитарной, и придет когда-нибудь их черед. И даже с точки зрения партии, вот видите, здесь нарисована политканализация, она очень интересная. Ведь тот же Глазьев, он когда-то был ДПР, Демократической партии России, там партия Станислава Федорова там была, так сказать, Святослава Федорова, «Вперед, Россия», там, другого Федорова, там, он Гайдар, Пресс, там, все эти, Терехов, Баркашов, Рогозин, Кробыл, ну и так далее, и тому подобное. То есть все вот эти партии, их можно перечислять. Ну и русских партий сколько было. Все они канули в небытие. Почему? Их поматросили и позабросили по закону времени, потому что они думали, приходили, а по закону времени, помните, синусоида быстренько идет, мне не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот им слова и отзываются. Выходить-то нельзя. И нельзя в нашем новом информационном состоянии болтать о том, о чем ты не имеешь представления. Вот председатель русской партии, я его знаю, он когда-то, полковник Милосердов, был моим подчиненным, Владимир Иванович. Значит, я говорю, Владимир Иванович, берем на вооружение мертвую воду. Это очень сложно, народ не поймет. Я говорю, ну, так правильно или неправильно? Правильно, но надо скорее. Поэтому что там с этой концепцией, все? Ну и где теперь эта русская партия, где это Владимир Иванович Милосердов? И вот шарятся все эти вот эти вожди, так сказать, дурят народ все эти партии. А на выходе ничего.
То есть все они инструмент этой глобальной мафии для ведения холодной войны. Все эти нью-монархисты всех мастей, там, все эти союзы, соборы всякие, чего только нет, все говорят, чудо-юдо. И ни одна партия, она, так сказать, специально, то есть для одурачивания народа. Но тут много чего, мы еще вернемся к этим партиям, но я-то вот на данном этапе рассказа хочу остановиться и одной только мыслью. Все эти партии отстаивают толполитарную модель. Они все говорят о чем? Нынешняя правящая партия плохая. Мы придем, мы будем хорошие. А мы говорим, а чем вы обосновываете то, что вы будете хорошие? Ну мы хорошие. А на основании чего? А там пусто. Просто декларация. То есть все они отстаивают толполитарную модель. Более того, они не понимают, теперь вы-то уже все поняли, что вот эта толполитарная модель по закону времени обречена на крах. Поэтому речь идет о том, что то, что говорит как раз наша партия, почему мы и называемся концептуальной партией. Вот все эти партии, они фактически разновидности одной и той же толполитарной модели. Вот это и отличает нашу партию от всех остальных. А дальше у них окрас разный. Одни интернациональная упаковка, а другие крутые патриоты. Хотя эти патриоты, они то же самое, значит, отстаивают толполитарную упаковку. Вот и все. Значит, что делать? Каков выход вот из всего этого? Значит, а выход вот такой, чтобы выжить и выйти в человечность, обе толпы, и рабочее быдло, и правящая элита должны стать народом. Поэтому мы и говорим, надо эти знания давать и простым людям, и элите. И почему мертвая вода не мерзость, а средство-то? Вы дайте эти знания всем. Добрый человек, он восстановит, у него там срастется в голове. Ну а если, как говорится, дурак, то это надолго, иногда на всю жизнь. То есть мертвого, как говорится, горбатого могилы исправит. То есть, но мертвая вода на мерзость действует тоже, она мерзость уничтожает. И я должен сказать, что вот нечисть от нее чахнет, то есть их же жаба душит. Как это так? Какая-то чернь? Какие ученые изобрели эту мертвую воду? Да обыкновенные нормальные люди. Ну как же, я же вот профессор, там еще чего-то. Мы говорим, ну еще это, еще. Ну и что толку, что ты профессор? Ну где эта вся наука? Вот я вам, люди, задам вопрос. Но зачем нам, простым людям, нужны все эти доктора экономических наук, профессора, я только конкретно возьму экономику, зачем нужны все эти Глазьевы, а он же доктор наук, Агамбегяны, Абалкины и прочие все эти доктора и профессора, если вся эта экономическая наука не может привести в порядок народное хозяйство, экономику страны в устойчивое состояние? Нормальный вопрос? Нормальный, я думаю. И где они все? И ведь Глазьев, тот же ученый, он же был в руководстве страны? Был. А Агамбегян? А Абалкин? А Шаталин? И где они все? И сейчас они что-то там скулят из подворотни-то. А Гайдар? Он тоже же всякие там ученые. А этот Явлинский, программа 500 дней. Чего же вы, когда все были, вы до сих пор не можете наладить жизнь в стране? Вот вам и вся наука эта, экономическая, потому что она дуристика. Значит, ну, о экономике мы еще поговорим. Поэтому надо всем давать, и тем, а нечисть чахнет. Я это для чего рассказал? А их жаба душит, потому что не они это дело все. Значит, в том числе и вожди партии. Зюганов-то вот это знает с 93-го года все. И мне теперь это проще говорить, потому что на выборах в Госдуму, когда по телевизору мы с ним... Значит, эти дебаты были. Ведь вы бы видели его, это красное лицо. Значит, и там ужас в глазах. И у Явлинского то же самое. Сказать-то нечего. Да-да-да, да-да-да, Константин Павлович. А что да-да-да, а что ж ты сейчас не говоришь? Уже по прошествии в Госдуму. Да, у вас много ценного, потому что все они толполитаристы. Чхать они хотели на народ. Значит, все они продали и предали народ в рабство, и надеяться на них нечего. Поэтому вот и те, и другие должны стать народом. Ну, кто не поймет, это, значит, нечисть чахнет, я уже сказал. И
должны стать обществом добровольно думающих людей обо всем и обо всех и осознанно ответственных за свои намерения и результаты своей деятельности. Значит, устойчивость управления общественными процессами можно обеспечить, если на первое место поставить знания и навыки опознания мира на основе развлечения, на второе место предание, то есть фактологические знания, и на третье место обеспечение реального доступа к знаниям выходцам из всех социальных групп и семей. То есть знания должны быть доступны всем. Так как все проблемы толпы элитарного общества вырастают из вседозволенности, то в условиях монополии на знания и дефективности этого знания общество может выйти из этого, устранив причины этого. А отсюда две возможности. Либо человечество приступит к освоению своего генетически обусловленного потенциала и, перестав осознанно лгать себе же, покончит с вседозволенностью и войдет в иерархию мироздания, то есть согласовывать будет свои действия и, значит, с Богом, либо способность лгать себе же и самообольщаться этой ложью погубит человекообразных недолюдков, которыми являются сейчас, к сожалению, определенные массы и достаточно большая людей на нашей планете. Есть еще одна возможность, и к нему сейчас, в общем-то, эта глобальная мафия идет. Это массовая биороботизация, то есть сделать из людей биороботов. Если помните, вот этот фильм, он сейчас у меня выплыл, где Донатас Банионис играет «Мертвый сезон». Помните, там этот немецкий профессор изобрел, вот должен быть человек-слесарь, человек, значит, сельхозтруженик, человек там токарь и так далее. Вот создавать. Вот они по этому пути идут сейчас, создание таких школ и так далее. Но это что? Это вторжение в психику людей, в обход их сознания. Но если это так, то тогда на Земле не будет людей, а будут одни биороботы. И тогда кто станет хозяином этого стада? То есть согласие на биороботизацию – это последний самообман человечества. Биоробот не человек, а антиприродное явление. Поэтому на биороботов нормы этики не распространяются. Поэтому вывод отсюда какие? Первое. Человечество сбилось с прямого пути. Человечество стало невольником техносферы и своей вседозволенности. И поэтому невольнику надо стать хозяином положения, а техносфере надо найти безопасное место. То есть настал момент перехода на новую концепцию развития человечества на планете Земля в соответствии с законом времени. То есть, подводя вот всему тому итог к тому, что мы рассмотрели, мы опять-таки очень коротко зафиксируем. Толполитарное общество существовало долго. И надо признать мощь этой концепции, но по закону времени, в связи с новым информационным состоянием, это общество терпит крах, оно рушится, и попытки удержать его бесполезны. То есть это, ну, не удастся этого сделать. Поэтому два пути, либо крушение вообще человечества и крах подводной лодки, либо переход управления подводной лодкой по новым правилам, которые бы соответствовали тем целям, которые имеет по отношению к человечеству и подводной лодке Бог или надмирная реальность, о чем вот мы с вами говорили. И как это вот, как осуществляется управление, как достичь этого устойчивого управления, что надо делать, мы теперь посмотрим в следующем разделе, который называется «Достаточно общая теория управления». К нему мы приступим на следующем занятии. Спасибо за внимание.